Дорогие друзья, вас приветствуют преподаватели музыкального направления кафедры педагогического образования Заокского университета. Поздравляем всех любителей музыки с наступающим Международным днем музыки, который отмечается 1 октября. Если у вас есть желание совершенствоваться в этом направлении, вы можете приезжать к нам. Наши двери всегда для вас открыты. Мы объявляем дополнительный набор, который будет проходить 28 сентября. Поэтому мы ждем тебя. Мы будем рады помочь тебе совершенствоваться в музыкальном направлении. Позвольте познакомить вас с преподавателями. Лучко Людмила Анатольевна преподает музыкально-теоретические дисциплины: сольфеджио, гармонию, историю и теорию музыки. Закончила консерваторию по специальности музыковедение. Имеет ученую степень кандидата искусствоведения. Педагогический стаж работы 15 лет. На моих занятиях мы работаем над музыкальным слухом, учимся чисто интонировать, подбирать аккомпанемент, овладеваем навыками композиции и учимся разбираться в стилевом многообразии современной музыки. Поляков Сергей Геннадьевич получил образование в Одесской консерватории по классу фортепиано. Замечательно дирижирует, мастер своего дела. В Заокском преподает более 27 лет, а также является руководителем хора «Соли Део Глория». Преподаю специальные музыкальные дисциплины, фортепиано и дирижирование. То есть все, что с этим связано. То есть это и фортепиано, и концертмейстерский класс, и ансамбль. И то, что предметы, которые касаются хорового дирижирования. Хоровое дирижирование – это хор-класс, то есть сам хор. Дирижирование в аудиториях. Жабин Александр Вячеславович закончил Московскую государственную консерваторию по классу вокала. На данный момент работает педагогом в Заокском университете. Преподает вокальную подготовку и методику. Участник различных проектов и фестивалей. Практикующий, концентрирующий музыкант. Среди предметов, которые веду в Заокском университете, вокальная подготовка, методика преподавания, введение в музыкально-педагогическую деятельность. В преддверии Дня музыки мы приглашаем вас на концерт классической музыки, который состоится в начале октября.